И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я продолжаю играть в Conan Exiles. И сегодня... Я не знаю, что сегодня будет, если честно. Вообще, я собирался походить по зиме, то есть, как мне посоветовали в комментариях. Возьми раба, походи по зиме, типа, туда-сюда, рано или поздно метеор заспавнится, и ты прокачаешь рабов. И, как бы, да, подумал я, а потом решил... Вести в поисковике. Сорян, я туплю. Как минимум из-за того, что у меня уже который день сидит температура, а завтра надо выпускать видос. Вот, поэтому тут уже вариантов сильно-то и немного. В общем, ввел вроде бы то же самое в поисковике. И высветилась статья за этот год, получается, за апрель. Хотя интересно, когда я искал их. Метеоры не помню уже. Ну, в общем, высветилась статья, и там сказали, было написано, что благодаря моду Пипи, того, который я использую в Home, можно вызывать метеоры. Ссылку на статью я поставлю в описании. Но, вот, кстати, ссылка на статью у меня сейчас тут скопировалась. Я же ее себе копировал. Но если ввести... Там написано, типа, зайти в админку и так далее, но получается... Оп! То есть, вводим метеор, и летит, короче, метеора. Единственное, что я там поправил, там, типа, написано в статье, сделать, ну, включить эту, типа... Ой, господи, как сказать, команду и так далее. Единственное, что я же сделал... Страшно, когда они бабахают рядом. Единственное, что я сделал, это то, что установил, чтобы они... Ну, эту команду можно было вводить всем. Вот, как видите, у меня сейчас не админка. Сеттинг, то есть если сюда заходим, тоже не админка. То есть, ну, здесь нужно включить, в общем, админку. Там включается, здесь сразу же админ панель появляется и так далее. И, кстати, если перезайти, то вот эти вот, они все исчезнут. А еще можно сделать такую приколюху. Сейчас покажу. Метеор. Метеор, блин. Можно сделать так. И вот так. А теперь, короче, главное бежать куда-нибудь подальше, чтобы тебя этими метеорами не завалило. Потому что летит их очень много. Такого вы, как говорится, нигде не увидите. Только на серверах, где админы балуются. Рядом почти. А ёб твою за ногу. Прям почти в меня бы гасанул. Также мне посоветовали использовать вот такую штуку. Я, кстати, это, если я не забуду, я комментарий-то прикреплю. Я, кстати, когда использовал вот это вот заклинание, вроде бы здесь. Как он понимает, магму, пары фетра, динамо... Вымать. По новой. Эй, ну давай, 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 по новой. Забыл, где это. Жизнь смерть, это точно нет. Вот это вот получается, наверное. Да, оскверненные предметы. И редкие металлы. В общем, я когда заюзал этот... Я, во-первых, подумал, думаю, ну, окей, прикольно, типа, везде металл отображается. А в комментариях написали, как она должна работать, по идее. То есть ты ищешь редкие руды. Я еще, кстати, не понял, как от нее, типа, убирать ее. Но, как видишь, он не редкий только руду ищет, но он абсолютно все. Но вот, допустим, фиолетовый камешек, это уже редкая руда. То есть он отображается по этим... Ну, в общем... Скажем так, я его использовал не там, где нужно. То есть, если вы его используешь там, где нужно, то вот видишь, фиолетовенький такой. То есть, везде камешки-камешки. О, кстати, вот еще фиолетовенький. То есть, ну, немножечко в этом плане, конечно, затупил, что поделаешь.
А где? Не хватило сил. О, теперь достаточно. Кирка-топор, это я просто ее выбил. Поэтому, во-первых, она была целая. То есть я ее фуловую выбил. А во-вторых, ну, так я уже точно все ресурсы, которые нужно, добываю. Да, просто нужно было полный натяг делать. Не, ну блин, ну блин. Это, конечно, прикольно, но это... Ты пошел ты. Вот это подстава, конечно, из подстав. Особенно, когда играешь на сервере, и такой единственный рудун, который ты нашел, это та, и все. Но я играю не на сервере, поэтому не зря я стрелы таскал, как говорится. И вот так как бы можно руду добывать. Да, на локалке все легко. Вот этот пипи мод, это и сетхом, это и вызов метеоров, это, блин, чё ж я раньше не додумался его установить. Вот если по-простому. А, потому что он прям реально очень кайфовый. Для чего мне нужно вот это вот все? Чтобы одеть рабов. А, вообще я подготавливаюсь к... Так, вот это выкидываем. Надо было рабов, конечно, взять, наверное, с собой. Придется выкидывать. Сколько всего висит. Что я говорил? В общем, я подготавливаюсь к этому. Хочу запустить хорошую чистку. Так, ну-ка. Да ёп. Да, у меня, типа, перевес. И какое тебе вот это вот... Ты что, дурак, что ли? Ой. Да, вот так вот добываешь, потом все выкидываешь нафиг, потому что не взял с собой раба. Я вызвал метеоры. Отлично. Рефлексы. Надо носильщика взять. Точно, вот для таких целей он нужен. Я, кстати, так не договорил, не дорассказал. Я не знал... О, кстати, шапка-то. Шапка-то. Почему у тебя шапка такая? Багнулась. Потому что я все шмотки на него переодел. В общем, я тупил и не знал, как избавиться от вот этого эффекта. А потом, оказывается, нужно было просто... Так, следую за мной. Нужно просто еще раз заюзать этот же скилл. Ну, вот это заклинание, и типа все нормально будет. Я сейчас решил кое-что проверить. У меня такое ощущение, что когда я сетхомнулся, то метеоры все поисчезли. Я вот вызвал метеоры, да, то есть они вот находятся здесь. То есть точка спауна здесь, это находится здесь. Пишем setHome, ну, точнее, home. Специально буду делать это все не на паузе, чтобы было более наглядно. Кстати, да, я Jebel Saga апнул, благодаря тому, что я с прошлого данжа вывез-то там... 4 таблички Даркетто, Глассета, и благодаря вот этим артефактам, ну как артефакт, назовем их так, у меня хватило, ну, там еще надо было одного раба добить, у меня хватило апнуть весь этот с нуля, можно так сказать. В общем, прикольно. А, не задеспавнились. Просто мне, значит, показалось, что они здесь были. Но сумка точно задеспавнилась, когда я сюда пришел. Это факт. Так, единственное, что... И тут можно сразу. Бабахнуло так, как будто бы я в упор бабахнул. Но теперь мне перегруз не страшен. Да, я забыл выложить ресурсы. Самое смешное. Но теперь есть этот чувак, которому я могу скинуть абсолютно все и не париться. Ну, кстати, в темноте она лучше работает. Вон, видали? Как далеко все видно. То есть за пригорком видно фиолетовую точку. Ну, опять-таки же, и в ночи. То есть, чтобы была ночь, и чтобы этот
так сказать, включенный вот этот скилл. А если вообще фонарик выключить, то еще лучше будет. Вон, видали, как далеко видно. Ну-ка, давай посмотрим, как далеко его видно. Ну, так прилично, я бы так сказал. О, и вон. С этой стороны. А, не. О, нифига себе. Просто преград на преграде. Так-то неплохо. Да, в ночи... О, еще там. В ночи, конечно, видно так видно. Интересно, он взорвался, нет? Кстати, не всегда, типа, далеко это хорошо. Ну, то есть он этот, типа, не всегда может взорвать ее. Кстати, а взрывать лучше аккуратнее. После того, как взорвалась, она не отображалась все фиолетовым. То есть, после того, как я взорвал, вот, да, оболочку метеоритную, она перестала отображаться фиолетовым. Так что в этом плане лучше быть поаккуратнее. Ну-ка, давай сейчас вот посмотрим. Вот отображается фиолетовым. А сейчас не отображается фиолетовым. Ну, так, если в что, чтобы знали. Я, по крайней мере, это вот только что выяснил. Ну, я думаю, столько мне точно хватит. Очень много налутал. Ну, зато уже точно и наверняка. Теперь можно и спокойно валить домой. Что же, чем же тогда можно заняться? Кстати, да, вот. Ну-ка, давай посмотрим. Вызываем. Вот единственное, что я не знаю, зачем оскверненные предметы и скверну колдовства. Типа, это для ПВП? Типа, чтобы изучить, ну, то есть, вот этих вот всех... типа найти того, может для этого. В общем, не нашел я этому применение, скажем так. Так, твой топорик на место. И, кстати, да, у меня теперь на карте все выглядит вот так. То есть они все. И в центре Джебл Сога. В общем, прикольно. А что я решил? Ну, во-первых, у меня не хватает доспехов. Значит, пройдемся. Не хватает, точнее, лута. Вот, обломков доспехов на уже вот это вот все дело. И поэтому я решил сходить снова туда же. Это, во-первых. Во-вторых, мне написали, что там то ли 4, то ли даже 5 ключей находится. Нужно просто от какой-то плиты отпрыгнуть. Мне теперь стало интересно. Плюс еще есть какое-то место. Сейчас бы я вспомнить еще, где она находится. Вот, арена. Вот сюда еще надо сходить. Что за арена? Что там такое? То есть это явно другая арена. Не вот здесь, это которая. Не в крепости Клаэли, где там чемпион стоит. Вот, сходим сейчас и на арену. Ну, то есть, в первую очередь сходим на арену, а потом уже пойдем туда. Ну, и заодно подкачаем рабов. Надеюсь, они там не сдохнут у меня. Очень на это надеюсь. Прям сильно. А что взять из хавки? Вода есть. А из хавки взять... А, пофигу, пускай будет это. Главное, чтобы хоть что-то было по еде. Отлично. А я вот задумался. Вот эта вот арена, это в случае мне... Вот этот провал будет вход в него. Интересно. А если в это... В провал вход? Да ты-то мне нафиг нужна. Серебряная шахта, святилище. Так, ну это... Винный погреб. А, ну мне если что, здесь в ачивке вот этого фигни нету, да? Серебряная шахта, это я знаю где. Святилище Творца, святилище воина. Творца. В общем, короче, это арена. Ой, не арена, а Клаэль.
и винный погреб пройти, осмотреть. Ну, в общем, этого если что нету, значит, можно спокойно сходить туда. Потому что, видишь, она здесь, во-первых, туда телепортируется, во-вторых, она вот так вот идет это по очереди. Вот это просто могёт нафиг. У него сила 55. Кстати, сила 55. Слышь? Ну-ка, а почему у тебя это не заюзалось? Ах, опять, видите, проценты не тикают. В общем, короче, живучий с него 100% и не кислый. Должен быть запас сил, но почему-то он не хочет использовать. Возможно, из-за выжимки. То есть, вот, который я ему заюзал, да, серого лотоса. Возможно, из-за нее вот эти плюсы не тикают. Черт кто узнает. Только что работали. Ладно, пофигу, сколько там качнется, то качнется. Но он сейчас уже так не кисло накидывает. Если вспомните, откуда я его взял, напишите в комментах. Честно, я сейчас задумался, откуда он у меня. Какая тупость. Ай. Там храм Митры. Мне сейчас они уже не нужны. Да ты здорово, что ли? Ты надо. Хоп. Спутник повысил уровень. Успел зацепиться, поэтому не сдох. Вообще, я думал, он ближе полетит. Я поэтому так без опаски-то и сиганул туда вниз. Лошара. Это у меня откуда-то налуталось. Неплохо. Кстати, я вот сейчас смотрю, ключ от арены. А это случай мне вот здесь как раз-таки этот ключ будет юзаться. Мне так никто про эти ключи ничего не написал. Ни вот этот ключ, ни вот этот ключ, ни вот этот ключ. Осколок ключа, облом ключа вообще выкинул нафиг вот этот. В сундук. Никто ничего не написал, но, в общем, ну, наверное, тут, я не знаю. О, большая змейка! Мать твою! Кстати, большая змейка. Большая змейка еще находится у нас вот здесь вот там, в безымянном городе. Я ж так к ней не сходил. Так, не вот это, вот это. Отлично. Так, кобры, пошли в баню. Пошли в баню, скажу. Так, надеюсь, там мне сверху за шиворот никакая тварь не вывалится. Ну, тебе явно не нравится, что я твоих сородичей тут мочу, да? Ну, давай еще пофигу на тебя, знаешь. Как-то вот не сильно-то уж и страшно. Наверное, надеюсь, отравлен. Вот это я могу. Тихо. Братан, мочи ее нафиг. Вали на землю, ломай ей печень. Еще эти мелкие создания здесь что-то... Слышь, подсирало. Воу-воу-воу-воу-воу, полегче. Я свой ХП увидел. Подсирал, я тебе сейчас это... Так, что, замочил? Красава. Капли закрыли, стой. Эбонитовый шелк. Что за эбонитовый шелк? Нам что, какие-то новые шмотки добавили? Я что-то понять не могу. Что за эбонитовый шелк? Мне дропается постоянно. В прошлом данже дропались, в этом данже. Ладно, разберем змейку. Ну, такое пойдет. Немножко похиляться. И выкинуть лишнее фигня. Вот это тоже можно выкинуть. Пускай будет. Ох ты, нифига себе, я так-то не кисло просел из-за отравления. Еще и сквер накапливается. Так неплохо сквер накапливается. Чувствую, мне сюда надо с танцовщицей тусить, а не с воином. Ладно, пройдем сколько пройдем. Посмотрим, сколько посмотрим. Так, и раз уже это... Змейка отошла в мир иной. Можно немножечко... Немножечко освещение включить, хотел сказать я. Ну, что-то они это... Скелет-то козлы. Мудохают у меня. Нормально так мудохают. Слушай, ну, лут что-то интереснее стал. Вроде как. Так, давай поднимемся наверх. Посмотрим, что тут вообще у нас. А нет? Через верх? Через низ?
Ё-моё. Это прикольно. Вообще, здесь можно нафармить этих сердец героев. Ну, много ли нафармится? Они вроде бы они скверно убирают. Слушай, неплохо он так урон вносит, ну, по крайней мере, в скелетов, да и до этого что-то как бы нормально там вносил. Ну, в общем, нормально вносит. Если еще скверну бы так бы жутко не накапливалось, факелом прям по этой костяной башке. Порошки лотосов тут дропаются. Ну, неплохо. Да, по ходу дела придется мне идти танцовщицу выкачивать. Ну как выкачивать? Бегать с ней буду. Золото? Ну так, слушай, неплохо дропается. Ну. Кровотечение. Слушай, у меня и так хп нету, и ты еще кровотечение накидываешь. Ну, не скотина ли? Угу. Сундучок семки. Сундучок семки. Так, а здесь сундучок хлам. Двенадцатый левел, да? Ну-ка давай посмотрим, что у тебя тут. 28, 25. Ну, качаешься нормально. Защита, здоровье и сила. Качаешься нормально. Стойкость, конечно, можно было что-то и получше появиться, но и так пойдет. Пока что и так пойдет. Да, надо будет прокачать, надо будет колдовство вот это вот все сделать, чтобы их изменять. Ну да, слушай, я правильно понял. Я очень правильно понял, куда мы пришли. Ну понятно, типа немножечко лора, так сказать, написали мне. Написали, сказали и так далее. О, здорово! Да пошел ты! У меня теперь есть щит, понял? Лошара. С них, да, кровавый кристалл. Надо будет в ту пещеру обязательно сходить. А, и... И чё? И все. И посмотреть, что там, да как там. Ладно, давай. Мочи дракона. Сейчас он блеванет огнем. Угу. А где я уже с костяным дракошкой встречался? Случаем не в Клаэле ли? Одно хорошо, здесь скверна не накапливается. Это прям чертовски меня радует. Выносливость, конечно, в жопу. Ага, хорошо, теперь знаю за то, что это не сбивает. Ну, слушай, не кисло, так урон уносит. Прям вообще, дай боже. Да куда полетел? Козел, бегать сейчас за тобой приходится. Так, пришел я оттуда. Здесь ничего не было. Да, посмотрим по сундукам. Сорян, если шмыгаю громко. Я бы, конечно, вообще бы лучше бы серию не выпускал. Вообще лучше бы отоспался. Но мне сегодня повезло. Я, ну, во-первых, повезло тем, что я все-таки за 2 недели наконец-то отдыхать. А, на выходной пошел. На выходные. 2 выходных, да. Все-таки получилось уйти на выходные. Что тоже хорошо. И слава богу, потому что я сегодня просто полдня провалялся. Как говно. Просто в какаху. Ну ничего. Как говорится, где наш не пропадал. Да ты
тебя, твою ж, за ногу застрял. Вот, семки это хорошо. Много семок, кстати, дают. У меня так нормально семок. Звезда доступника. Черри. От. С кого это я? Ну, хорошо. Че это такое вообще? И для чего это? Чего это, для чего это? Пошел ты! Вот так, и вот так. И добить. А, отлично. Красава, просто. Какая сволочь стреляла? А, погоди-ка, надо стрелы перекинуть, кстати. А то сейчас я разрывными, если что, мочить начну, это будет весело. Это как я пытался это... Вот, это следочка металла, это хорошо. Как я пытался метеоритный этот разбабахать с помощью обычных стрел. Это было смешно. Да. Ой, чё мне эта скверна-то накапливается, накапливается. Это фигня ваша скверна. Я уже столько ее накопил, что уже пофигу. Текс. Хлам. Текс. Хлам. Но я все заберу. Слушайте, мне кажется, или здесь такой сейчас звук был, типа как это, как на арене. О, здорово. Так, подожди, подожди, подожди. Да погоди ты! Скверно накопил, конечно. Ух, зато могу заклинание бабах теперь. Хорошие, мощные, наверное. Ну, типа... Те, которые требуют это накопление скверны. Семки еще. Семки это хорошо. Слышь? Я тоже могу стрелять. Ну, конечно, фигово, но могу же. Кто сказал, что я хорошо стреляю? Стреляю нормально. Посредственно. Так, поднимаемся наверх. Опять кусок скверны. О, подожди. Чтение. Послушаю. Так, ну он мне предостерег, чтобы я кому-то не подходил. Ну, еще хорошо. Кому? Я так и не понял. Но он типа предостерег, типа, ну, подойдешь к нему, к тебе. Ну, каранты, короче. Это, типа... Такие жесткие чуваки, короче, к ним не подходи. То ли зал славы, то ли чё, я чё-то это запамятовал уже. Но в какой-то круг. Вот козёл. В общем, в какой-то круг заходить нельзя. А я пока лутаю семки. Интересно. Так, ага. Это я туда захожу, это на противоположной стороне. Ну, я думаю, типа, и с одной, и с другой стороны это одно и то же будет. Так? Но это не точно. Ага. Это вот откуда я зашел. О, сундук. Говно. Это получается, откуда я зашел. Да, вот там спуск вниз. Но я так и не понял. Ага. Интересно. Но здесь ничего типа за... Конечно, очень смешно, что здесь у него подстилка лежит. Это прям очень смешно выглядит. Но допустим. Так, вот это убрать. Вот это вот сюда. Да, это просто он в шмотках идет. Ну, лежит, точнее, в смысле. Это ничего заюзать нельзя. Это я в раба свою залез. Окей. И что дальше? И все, что ли?
Если я что-то делаю не так, то вы смело можете писать в комментариях со словами «Да я бы то...» В общем, короче, нужно было вот так, да, и так. Потому что я так и не понял, что здесь делать. Фу. Как такие пироги. Но пройти, получается, прошел все. Из того, что нашел. Будем уточнять, скажем так. Да, там это подъем. А здесь у нас идет спуск. Спуск. О, ёб твою ж за ногу. Чё там? Щит из кости дракона. Лук, в общем, короче, вся говно. Вот для чего я кости дракона-то, значит, себе, да, собирал? Вот оно чё для чего. Где это всё вот из кости дракона? Вот они. Доспехи из кости дракона. Слушай, а тут неплохо. Смотри, 240, да? Чемпион арены? 260. Они чуть хуже только. Вот тут чуть-чуть хуже. То есть вот 240 это 420 броня. А здесь 455. О, слушай, чемпион. Вот, заступника вот этого, да? Это ж у тебя заступника? А, у тебя региона. Да ебаешься ты. О! А я теперь знаю, где у меня консоль. На инсерт оказывается. Промахнулся. Шлем. Так. Это чемпион арены. Это понятно дело. Богоборца. Вот, легиона. Где... Слушай, так он стоит. А здесь какой-то другого. Ой, ёп, судей. Короче, надо возвращаться домой. Самое главное, вот это изучил. Самое главное, зачем сюда, по ходу дела, приходит, я изучил. И можно возвращаться домой. 120 перевес, это, конечно, проблема, но не беда. Оп, и можно спокойно лететь на Хоми. Да не метеор. Хоми. Почти угадал. Еще надо будет... как я уже сказал, в этот сгонять. Оп, сейчас смотри, как скверно. Пиу-пиу-пиу-пиу. Правильно, в пятером тусует вообще прям. Хочешь не хочешь, а вся скверно спадет. 15 левел всего лишь еще. И хп-хи у тебя так мало. Как-то ты не сильно прокачался. Я смотрю. Кстати, да, у меня вот здесь-то табличка. Так, встань сюда. Стой. Стойка. А выпало же, я сюда свой палач положил. Ну, во-первых, он уже почти раздолбанный, и я столько с ним уже прошел, что я не мог как-то по-другому. Так, давай посмотрим теперь. Кости дракона, бляха-муха. А, вот они, щиты пошли, да? То есть вот, шлем 240, прочность доспеха. А то, что я изготовил. Где? Во! 220. Ну, слушай, давай сделаем драконе. Единственное, что он, наверное, там разные, типа, вот эти вот статы накидывают. Далее. Как ты обзываешься? Драконий. Да ёб твою ж за ногу, чтоб тебя... Да, дракон... Во. Так. А теперь интересно. 1646-1593. И это при том, что она еще не апнутая. Вот эти все шмотки. Короче, походу дело то, что я за этим. Так, урон силового оружия. Силового оружия, это понятное дело. Здоровье, запас сил, переносимый вес. Что у нас здесь дает? Здоровье. Урон силового оружия. Здоровье. Запас сил. Здесь 3 здоровья, 1 запас сил и 1 урон силового оружия. Здесь 2 урона силового оружия.
здесь вот башка. Здесь теоретически можно взять, допустим, шлем, доспех. А здесь... А, подожди, здесь доспех. Угу. То есть здесь что-то... Интересненько. Все как-то очень интересно. Надо разгрузить инвентарь сначала. Я понял, что за эбонитовый шелк. У него так написано. Сокровище. Господи, столько всякого говна понадобавляли в это сокровище. Ужас просто. Уже и не знаешь, что втыкнуть, чтобы только не в сокровище попасть. Реально, что только не тыкнешь. О, сокровище. О, сокровище. Торном какой-то. Но говна, конечно, я налутал всякого. А выкинуть жалко. Так, давай посмотрим. Так. И вот так. Что там было? 1500, почти 1600, а? 1700. Здесь 1646, здесь 1718. Пяу! То есть она просто... Она просто мощнее? По факту. А, да, здесь силовое оружие, получается минус 8%. Здоровье плюс 28, ни о чем. А силовое оружие минус 28%. Ну, к примеру, можно сделать так. И вот так. И те же самые это, но броня чуть поменьше, но зато силовое оружие, урон побольше. Так, так. Не, конечно, если так уж комбинировать совсем, то там надо явно что-то другое подбирать. Вот. Ну, это прикольно. Сгонял просто так, а по факту еще изучил драконьи доспехи. Это, блин, смешно. Из драконьей кости. Самое, конечно, что смешно, то из чего они изготавливаются, это просто... Кость дракона. То есть это не слиток. Просто... почему я к этому так отношусь? Вся загвоздка в том, что я кости дракона выкидываю как ненужный хлам всегда. Всегда выкидываю как ненужный хлам. Они весят дофига, и типа я не могу из-за них телепортироваться. То есть я вот их чуть-чуть себе притащил, и типа мне хватит. И вот я их всегда выкидываю, то есть это не слиток звездного металла, который там нужно добыть. Вот сейчас мне я всю это весь звездный металл не могу переплавить, потому что у меня не хватает просто тупо серы. То есть вот я там переплавил 2000, там почти 4000, короче, почти 3500, и у меня закончилась сера. А тут просто драконьи кости. И мы получаем эффект тот же самый. Ну, почти тот же самый, хорошо. Это, конечно, в моей голове немножечко резонанс и вызывает, скажем так. Вот, ну... Ну, это все фигня. Я хотел сходить еще в безымянный город. За... Так, следовать за мной. 26, 33, 20, ну, так, так, туда-сюда пойдет. Урон, повышение силового урона, слегка пины. Кстати, а что ты получил? Ага, ну вот это хорошо, да. У нас проворство типа в минус, зато здоровье плюс. Это очень даже хорошо. А я хотел сходить... Я ж так и не сходил. Вот. Поэтому что? Правильно, надо сходить. В этот... В общем, в этом безымянном городе. Не здесь. А где-то, где-то... А, ну вот сам, по сути, где-то вроде бы здесь, что-то, в центре. Ладно, короче, сейчас ходим. Заодно раба докачаю. Ну, слушай, так-то он не кисло по драконике вносит урон. Я видел, у него урон проскакивает 1001. Все при тех же настройках и так далее. То есть... Нормально так урон он иногда вносит. Вот, 850, вот, 1001. Я же говорил, я же не врал, я не врал. И что у нас здесь? О, кстати, погоди-ка. Кстати, да, я там, это, среди Нордхеймса выбил.
силовое оружие. Грубо сделаем повязку на глаз. А, урон силового оружия. 42. А что-то с этой повязкой как будто было. И вот, кстати, про кости дракона. Ну куда мне их? Весит они много. И вот такие их всегда выкидываю. То есть, как бы, вот мое отношение к костям драконов, понимаете? То есть, это не звездный металл. Это даже не простой металл. Такие вот пироги. Ладно, погнали. Туда, дальше. Вот в это здание. Там должен быть змееныш. Вроде бы как. Вот этот стоит чувак. Воевода Клаэль. То есть с ним можно побазарить. Воевода Клаэль. Интересно, Клаэль, это твое имя? И там получается твой замок. Крепость, точнее. Интересно даже. Что-то я раньше не читал его имя. А может, раньше его и не было. В общем, забегаем. Цитадель Триумвирата. Стоять. Ага. Темно как... Я не знаю, что. Где-то здесь было нажать Е. Раз было, значит, надо найти. Угу. А, вот что. Ну, опять запугивает. Это типа и есть змей Сет здесь, да? И опять я ночью лазю по этим долбанным сраным пещерам. Так, чтобы нифига не было видно, да? И щит я не мог заюзать. Есть что? О, нашел. Еще б я не нашел. Я это... Не Лара Крофт, конечно, но гробницы расхищать люблю. Ой, да иди ты в баню, подожди ты, я еще не все гробницы расхитил. Ну, хочешь, поразвлекайся с ним. Вот, иди. Поразвлекайся, а я пока дальше сокровища. О, красота. Не, с той стороны было интереснее, с той стороны сундучков было побольше. На типа по башке факелом. А? Чё могу? Да пошел ты. Раб, тупица. Красава. А вот теперь мочи. Ладно, давай уж. Помогу, чем смогу. Скверно, конечно, хапал. Ух, красота. Гигантская змея. И это все, на что ты способна, неудачница. Так. Ну, я как бы и так знаю, что она здесь, это, хлипенькая. Я почему про нее... О, красота. Почему про нее вспомнил, про вот эту змейку, что это... Вот ту змею увидел, и такой, о, точно. Есть же еще одно место со змейкой большой. До этого, когда я здесь бегал, я не заходил сюда. А вот сейчас вот вспомнилось про нее и зашел. А что здесь? Здесь все, что ли, получается? Ну, получается, что все. То есть мы просто убиваем змею. У вас пересыхает горло, отлично. Ешь вода, пей вода, не будешь толстый никогда.
О, пурпурный лотос. Яп, твою ж за ногу. Ну-ка, погоди. О, да. Раньше до этого не мог додуматься, дебил. Я ж их выбил. Че, зря что ли выбил? Вот, не зря. Теперь, конечно, нифига видно не будет, когда я выйду из пещеры. Но зато могу щит взять в руки. А, красота, красота. Конечно, там день сейчас начался, поход дела уже. И у меня там сейчас будет вырвиглаз на все. Ну, что поделаешь? Что поделаешь? Заюзал уже. Значит, заюзал все. Значит, уже все плохо. Светло, просто ужас. Ладно, до дома. Так, а я могу до дома? Нет, я не могу, у меня потому что перевес. От перевеса надо избавляться. Пам-пам. И все. Ну, кстати, вот он на пол. И тоже на хп-ху. То есть общее у него плюс 18 стало к живучести. Сверху. Ну, это неплохо. Это, конечно, неплохо. Но здоровье в целом у него 3500 всего. Хотя он урон кисло вносит. Просто решил вернуться назад и докачать ему левел. Ну, в итоге, что я могу сказать? В целом, получилось даже интереснее, чем я вообще думал. Во-первых, показал вам 14 способ для локалки по добыче метеорита. Да, тот скажет, да ты же можешь все из админки выдать и так далее. Ну да, могу все выдать из админки, могу админкой все это сделать, и вот это вот и все могу, да, и как бы за одну серию бы я бы прошел бы всю игру. Ну а смысл в этом? А вот вызвать ивент, это уже совсем другое. Чтобы не ждать час, два, три, через сколько он там тварь заспавнится. Вот, а вызвать это и все это дело залутать. Да, ну конечно, все оказалось намного интереснее, когда я сходил в арену. И да, доспехи, конечно, выглядят серьезно. Ну, а на этом можно с вами, пожалуй, прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, комментировать, ну и, конечно, делиться моим видео с своими друзьями. Это все, всем удачи, всем пока, всем счастливо, добра, всем пока.